Что? Все, Трей уже не нужен. Камилочка, а ну встань с коленок. Ты в джинсах. Быстро промок. Боже мой, Сонин комбинзончик в стирочке. Мама! А? А вот этот Трей я все съем. Трей, я весь пятак снегу. Остановися! Я устала бегать. Сонечка замерзла, моя крыхитка. Трей, побежали. Прости, Соня. Трей, пошли уже быстрее. Как ты меня тянешь, то ты быстрее. Сонечка, Каролина, кто у вас кого выгуливает? Я Трюха. Смотри. Я буду только с Трюхой. Пойдемте на поле. Возьмите. Тогда мы тут абрикосы собирали. Нет, это было летом еще. Ой, смотри, не надо их по веткам. Но они сами хотят. Мало ли что они хотят. Трей чешется, чешется по ветке. Что, устали? Нельзя ветки. Трей! Побежали. На поле идем. Устала? Трей, побежали. Побежали. Зимняя зарядка, пробежка. Так что, Сонечка, бегай, бегай. Бедная Соня. Может, ты... Я не могу. Я же говорю, кто кого выгуливает. Давай мне ее на ручки, она замерзла. Пусть она чуть-чуть погреется, а то мы ее подстригли только. Стой, Каролин, подожди. Ой, Королюсечку, господи, Сонечку бабушка спрятала, чтобы она погрелась. Да, Сонечка? Сонечка? Сонечка, моя ты девочка. Он за Соней скучает. Он тоже хочет, наверное, в шубку спрятаться, да, мой хороший? Пойдемте. Ага. Ой, Трей, ты меня сейчас собьешь. А что за кашель? Домой идем? Нет. Там поле? Да, там поле и там шахта. Сейчас мы ребятам покажем, какие у нас шахты в городе. У нас город состоит из одних шахт. А папа не здесь? Нет, он не на этой шахте. Да, наш город одна сплошная шахта. Вот тут мы и живем. Среди вот таких вот гадостей и выбросов. Трей уже не нужен. Камилочка, а ну встань с коленок. Ты в джинсах. Быстро промок. Так, все. Трюши тоже бабушка греет. Собаки наши не адаптированы для улицы. Они у нас домашние, на улицу не выходят. Только тогда, когда мы едем до бабушки, да, в гости? Да. Кто это? Снеговик, снежная баба или снеговик? Снеговик или снежная баба? Снежная баба. А Каролина бабушку там снежками обкидывает.
Не, маму не надо. Мама у вас сегодня режиссер. Ай, Камила! Камила мне в карман закинула столько снега. Нет, маму нельзя, маму нечестно кидать. Мама снимает вас. Идите в бабушку гуляйте. Тут, наверное, слишком холодный ветер. Давайте туда ближе к дому. Ого! Какой большой! Ого! Ничего себе! А у мамы такой цвет. Тоже как у меня. Давай померим. Давай. Я первая. Нет, давай вместе. Ставь ты первая. Давай. Раз. Теперь я. Раз. Королюша, ну ты не А теперь ты, Королюша. Лянь, у Камилы уже как у мамы нога. А у Каролины вообще здоровая. Вот, у нас одинаковые. Тут ручки замерзли у мамы. И что, пойдемте, наверное, к дому. Меня дует. Да, погуляем? Нет. Туда, мы просто там будем гулять, тут дует. Каролина, тебя обстреляли. Каролина, не надо. Нет, только не надо. Блин, пробасала. Ой, сколько много, ничего себе. Ничего себе, а ну давай прям ей в спину кидай. Вот так, давай быстрее, быстрее. Опа, есть. Камила, натяни шапку. На ушки натяни и капюшончик одень, чтоб шапка не сползала. Во, вот так лучше. Все, побежали туда. Вот так еще и бабушку. Суслики те замерзшие. Каролина, встань! Все, 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 вставайте. Камилочка, иди сюда. Каролина уже как рак. А, нет! Блин! Холодный! Так, кидать, а то камера. У меня тёплышко. Она в себя кинула. Я видела. И почувствовала. Ой! Нет, она в себя кинула так еще. По жопе! Прям заднюю точку, да, Каролина? Где Камила? Скорее до Камилы! Скорее, где Камила? Давай. Ой, надо, да, конечно, пометить, что это наше колесо, не чье-то, правильно, молодец. Молодец, мой хороший. Что там мы еще не метили, да? Территорию. Цветочки нюхаешь. Цветочки вкусно пахнут. А ты что, сама котика взять не можешь? Котика. Котика. Вон, Трюшечка хочет. Бабушка, что ты Трюшу не берешь? Глянь, он к тебе просится. Вы задрали бабушку. Расчисть, говорит, горку. Она талая уже, подтаяла. Что тут чистить? Глянь, ты красная, как помидор. Дед, заводи ее домой скорее.
Ужас, ты как крак, рак, как краб, краборак. Как бабушкина машина ты красная. А ну посмотри на меня. Вот такая, быстро домой. Глянь, волосы мокрые. Все, заходим домой, погреемся, потом еще выйдем. Честно, честно. Я не поготовился. Давай. А вот еще. Бароны, Багира, барон. Барон. Бароша. Баруша. Баруша с меня ростом почти. Багир. Смотри, уже на тебя галкает. Так, вот мы зашли домой погреться, да, Королюшечка? Королюшечка, иди сюда ко мне поближе, покажи, какая ты мокрая. Вот так она набегалась, сильно-сильно бегала, и же все кудряшки аж мокрые. И кормила. Да. И кормила. Да. И кормила. Что это за игрушка у тебя? Бабушка подарила Каролиночке, да, купила? Классно, покажи его. Вот такой вот классный, не помню, как его зовут. Его напишите зовут... в комментариях, если вы знаете, как я его знаю. Зовут. Это мультик такой. Я знаю. Ну его как? Зовут так, как я человек, его зовут как Миска. Миска. Нравится тебе эта игрушка? Нравится, Королюша? Ты баловница. Ей бы я бы поиграться, покувыркаться, да? Барашек Шон. Угодно на тему скакать. Вы брожуха. Королюш, что ты там грызешь? Орео. Правильно, да, я сказала? А что там мы купили? Что за новые конфетки или шоколадки? Да, у нас в магазине появились новые то ли шоколадки, то ли конфетки. Покажи. Космилк, да? Ну что, давайте откроем, попробуем. Так, только попробуем чуть-чуть, потому что сейчас будем кушать. Тут маленькие шоколадки, да? А ну показывай. Это, наверное, типа милки. Не милки, а милки. Киндер. Как? Киндер Джой или как вот эти? Что там, Каролина? Да, такой же, что такая. Да, как Киндер Джой, по-моему, или Киндер. Киндер Делис, вот. А ну, оторви мне кусочек. Маленький. Я не хочу тоже. Да, маленькие такие. Я хочу покасать их. Ну, как шоколадки. Нет, Киндер Делис вкуснее, чем это. Макс такой. Тут шоколад мне не понравился. Макс. Это как с киндеров таких. Как с обычных киндеров, да? Да. Не очень шоколадка. Покупайте лучше Киндер Делис. Да. Я сразу умею делать. Молодец. Мама. У нас здесь сюда. Сюда. А я Орео. Okay. Вот такой у нас сегодня был день. И мы с Королюшей будем прощаться. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина на канале Камила. Камила и Каролина, пока-пока! Каролина, что ты хотела сказать? Отмите классную копочку и на колокольчик. И тогда? Выберите смотреть к вам. В наших видео! И не пропускать. Да. Пока-пока!